Я думал, приехал какая-то команда профи. Сегодня ветер? Да, в масть. А вообще это тяжело, сложно? Да. Я вижу, вот, ну, покатались и выходят. Просто физически устаешь, да? Очень тяжело, да. Очень тяжело, все, да? Все тело, да, потому что и спина, и руки работают, и ноги, и пресс очень сильно работает на всех этих. А сложно научиться? Да. Сложно? Ну, недели три надо учиться. Вообще сможешь. Ну, вообще сначала на доске обычной? Не, вот все. Именно сразу вот так, да? Да. Потому что, ну вот непонятно как, ну тут тебя дергает, шарпает на воде. И это еще хотя бы когда ветер дует постоянно, еще понятно. Но когда он туда-сюда, вот это все удержаться. Ага. А вообще есть какие-то, ну вот там, мастера спорта по этому да, виду, да? Да, есть. Соревнования, да? Олимпийский вид спорта. Вот, олимпийский, да? Да. Недавно его год или два назад включили в олимпийские. Ага, и уже были чемпионы? Да, есть. Но у нас еще не очень развито, да? Не развито, что у нас уже лет 5 не понравится. Но есть какая-то федерация, да? Да, да. Спасибо. Удачи вам. Да.